Российского информбюро. Наши войска овладели городом Швец и заняли более 120 других населенных пунктов. Войска Первого Украинского фронта западнее реки Одер овладели городом Бунцлау, важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Бобер, и заняли более 100 других населенных пунктов. Войска 4-го Украинского фронта штурмом овладели городом Бельска, мощным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Моравской Острове. В Будапеште наши войска сломив сопротивление противника в западной части города, заняли более 200 кварталов и к исходу дня завершили бои по ликвидации остатков окруженной группировки противника. За 12 февраля на всех фронтах подбито 70 немецких танков. В воздушных боях сбито 12 самолетов противника.